Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Не, не пойду. В смысле не пойдешь? Поучаствуешь в турнире и заполучишь пару-тройку цыпочек. Если цыпочек будет больше, то мы с радостью поможем. У меня почему-то живот заболел. Тоже. Самое время. Узрите 48 техник, отточенных в ходе упорных тренировок. Роза Арианна против Сида Кагано. Готовы? Приступайте! Превосходно. Техника фонового персонажа, падение с вращением, кровавое торнадо. Позорное поражение в первом раунде от бесспорного чемпиона. Да я превзошел сам себя. Победитель Роза Арианна. Еще не конец. Это еще не конец. Я не сдамся. Постой, ты уверен, что можешь драться? Судья, в его глазах еще пылает пламя. Благодарю вас, госпожа. Не будем медлить. У меня еще аж 47 техник в кармане. Еще не конец! Еще не конец! Еще не конец! Еще не конец! Мои удары сыпались на тебя, и каждый из них был заряжен магией. Но ты до сих пор отказываешься сдаваться. Таков твой ответ. Я покончу с тобой! Хватит! Победитель Роза Арианна! Нет, прошу! Я еще не... Ну уж нет, это слишком опасно. Боевой дух у него оказался сильнее. Пустите меня! Пустите! Пациента шо? Он вырывается. Угомоните его уже. Сид Кагино. Выруби его, если надо. Надеюсь, мне еще подвернется шанс показать оставшиеся техники. А что это? Я приготовила печенье в благодарность. В благодарность? За что? Может, ей сильно понравились мои движения фонового персонажа? Ну, спасибо. Ей пришлось пройти через многое. Позаботься о ней, если не затруднит. Ага. Не, я персонаж второго плана, так что забота о ключевом персонаже... Блин, я не могу сказать это им в лицо. Пожалуй, использую травмы как предлог не выходить из дома и держать дистанцию. А что, прости? Я слышала, что вы состояли в отношениях с Сидом Кагино. И мне было бы интересно узнать, встречаетесь ли вы до сих пор. Мы с ним разошлись. Мы с ним разошлись. По правде говоря, мы с ним и вовсе не встречались. Мы всего лишь притворялись парочкой, да и только. Правда, правда? Рада слышать. Просто так вышло, что мы с Сидом подружились на днях. Вот как? Да, вот мне и хотелось понять, что было между вами. У меня даже на исследованиях сосредоточиться не получалось. Но теперь другое дело. Как же все-таки хорошо, что вы с ним больше не пара. И правда хорошо. Рада была помочь. Вы правда помогли? Большое спасибо за потраченное время. И за кофе тоже спасибо. Спасибо. Ooh.